Приветствую всем, всех-всех, кто к нам зашел на канал, в нашу деревню Ивашково. Рада всех видеть, рада всех слышать. Всем здоровья и добра. Ребята, наступил февраль. И мы решили на Озоне кое-что заказать для себя любимых, для рассады и для птички. Птичку скоро надо будет выращивать. Первое, что мы хотим вам показать, это почвоулучшитель диатомит. Я про него узнала от подписчицы Татьяны «Живая зеленая жизнь». Если кому интересно, заходите, очень интересный канал. Дальше мы заказываем кофе. Мы заказываем кофе Якобс Монарх. Мы кофеманы, без кофе жить не можем. Поэтому всегда заказываем кофе. Потом у нас идут дрожжи Годзи. Надо делать самогонку. Самогонку мы делаем из пшеницы и кукурузы. А эти дрожжи без сахара все сделают сами. Дальше мы заказываем суспензию хлорелла. В этом году мы зимой ее не делали сами. Вот надо снова заказывать, потому что она очень нужна и для растений, и для пруда. Вот мы ее заказываем. Дальше мы заказываем для птички витаминки, пробиотики, гомотоник. Очень хорошая вещь витаминная, давно пользуемся. Зарекомендовала себя очень хорошо. Дальше мы заказываем еще «Спаси цып». Он пригодится для цыплят с первых дней жизни. Это пробиотик. Очень хорошая вещь. Тоже никогда нас не подводила. Заказ у нас вышел на 8678 рублей. Скидку нам дали 4727 рублей. И в итоге мы заплатим 3951 рубль. Я считаю, это выгодно. А на этом все. Как товары придут, мы расскажем и покажем. Пока-пока.